Одним из обязательных элементов благоустройства дворовой территории, утвержденного губернатором Московской области Андреем Воробьевым, является наличие в каждом дворе парковочного пространства. В прошлом году в Ленинском районе начали активно реализовывать эту программу, и ситуация с парковками стала улучшаться. В этом году планируется создать еще порядка 3000 парковочных мест. Это существенно улучшает качество жизни жителей. Во многих сейчас в дворах и парковочные, и детские площадки, и дороги сделали очень хорошо. Только флаг в руки и продолжать в том же темпе. Когда кругом асфальт, тоже не важно. То есть палисадники важнее, чем парковки? Нет, ну и то важно. Вы же понимаете, что транспорт куда тоже куда-то девать. Значит, когда строят люди... Ну, эти дома, значит, надо учитывать это, чтобы и парковка была, и вот зелень. К сожалению, и в новых строящихся микрорайонах застройщики забывают об оптимальном балансе зелени и асфальта. Деревьев здесь практически нет, дома стоят друг на друге, нет даже нормального большого пространства для машиномест. Но проблему пытаются решать строительством многоярусных парковочных комплексов. Так, весной в районе улицы Завидная началось строительство открытого надземного отдельно стоящего гаража стоянки на 300 мест. О таких парковочных комплексах давно говорил глава Ленинского района Олег Хромов. Они должны значительно облегчить жизнь автовладельцев. Да, они будут платные, но, по крайней мере, теперь появится возможность иметь свое постоянное место под солнцем и, возвращаясь поздно вечером домой, не ломать голову, где припарковать своего железного коня. Окончание строительства этого комплекса запланировано на четвертый квартал 2016 года. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.